Началась эта традиция, она произрастает корнями из Соединенных Штатов Америки. Во время демонстрации в Чикаго дошло до стрельбы, были жертвы. В знак солидарности с американскими рабочими, рабочие всех стран стали выходить на демонстрацию 1 мая. У нас после победы Великой Октябрьской социалистической революции это стало официальным праздником. Но первая демонстрация во Владивостоке, она произошла еще в 1901 году. Это у нас поэтому и Первомайский район называется, то есть получил свое название, потому что первая маевка как раз на Чуркино. Около 30 человек, выступал представитель социал-демократов. Не очень большое было мероприятие, но начало было положено. С тех пор, вот по сегодняшний день, первомайские демонстрации проходят фактически ежегодно. Они в разное время были, больше, меньше. В период, скажем, когда демонстрация стимулировалась официально, то есть организовывалась, народу выходило больше. Сейчас поменьше, но выходят те, кто считает это действительно своим праздником. Важно помнить, что сейчас это праздник весны и труда, и важно поддерживать традицию, не допустить нового раскола общества. Любой официоз, он, конечно, немножечко убивает дух. Когда людей организовывали, строили и вели, да, все шли, в общем-то, пели песни, махали руками. Элемент радостного праздника был. В принципе, уже тогда это был не столько даже праздник международной солидарности, сколько именно, вот, как сейчас формулируется, весны и труда. То есть мы пережили очередную зиму, все хорошо, впереди будем работать, все будет здорово, настроение, шары, цветы, флаги, люди на трибуне, мы им ручками помахали, они нам в ответ. И некоторое, кстати, моральное, что все-таки стимул, что вот все хорошо будет дальше. Вы знаете, в какой-то степени это сохраняется сейчас. Да, меньше стало официального в этом плане заорганизованности, но люди идут, я думаю, и дальше будут идти. Конечно, важно, чтобы элемент борьбы за свои права не стал элементом борьбы против чужих прав. Это серьезная вещь. Надеюсь, до этого не дойдет. В остальном, всех с праздником 1 мая.